Здрасте. Многие задают вопрос, куда же делось видео с разоблачением? А мне, ребята, прилетел... Бан, блядь! Не прошло и суток, как видео заблокировали за нарушение правил в отношении оскорблений, угроз и запугивания. Очень интересно. Тут можно гадать вечно, либо наша принцесса обиделась и кинула жалобу, либо это сделали его тупые подписчики. В любом случае, перезалив этого видео будет в ВК. Все ссылки в описании. И еще, Вань, если это сделал реально ты, а я это выясню, то знай, страйки кидают только конченые пи***цы, которые не способны ответить за свои слова и поступки, и в истерике начинают кидать всем жалобы. По итогам всех этих событий, он не пытается что-либо делать, просто оправдывается и выебывается, продолжает чистить комментарии под своим видео, банит и игнорит всех в чате при любом моем упоминании, пропускает донаты с вопросами по этой теме. Я сижу, и мне вообще похуй. Мне вообще похуй. Даже дверь открыта. Вообще похую. В общем, стремительно запихнул язык в жопу и сидит молча, продолжая крутить онлайн на своих жалких стримах. Вот вам еще интересная тема. Дольф, ты представляешь? Дольф, ты представляешь? У Мартина сняли модерку на стриме Эвана? Да? Это новый повод разоблачения, блин! Разоблачай, блядь! Давай, блядь, козел ебаный, блядь! Модерку снял, сука! Не, Мартин, расскажи, как все это было вообще вот. Ну что ты ему написал, короче? У тебя модерка была, ты с ним типа дружишь, общаешься, вот ты ему что-то написал, а вот что дальше? Хуйня такая произошла, то что, блядь, я им пишу, типа, вот, братиша, здорово, типа, у тебя там, короче, это, разоблачение с ним было, на канале Дольф, иди посмотри. Короче, он как пидорас игнорил меня, вот, игнорил, и, блядь, хуйня модерку снимает. Вот. У него стиль жизни такой. Вот, и блокирует навсегда в чате. Ебать! Разоблачение, блядь! Где он не уважает своих подписчиков, блядь? Пиздец! Друзей, коллег по цеху, понимаешь? Пиздец, это просто уёбок! А разносим, пацаны, давай разоблачение! Как-то так, ребята. В общем, мой канал из-за всех этих событий очень сильно пострадал, поэтому мне нужна сейчас ваша максимальная поддержка. Ставьте обязательно лайк, пишите свой комментарий, подписывайтесь, кто этого еще не сделал, и не забывайте про православный колокольчик. Также напомню, по ссылочке в описании переходите, смотрите видео про разоблачение данного персонажа на YouTube. Всем приятного просмотра и удачи!